15 градусов плюс голова. А что, магазинчик, естественно, да? Да, вот а мне парикмахер с кошечкой. А мне обида, девочка. Тут есть ножницы. Вот, тут есть ножницы, расческа. Тут есть все, что нужно. Это парикмахера. Это все Лего розовая мечта. Похоже, конечно, на настоящее оригинальное Лего. У нас да. есть дома оригинальное. А вот розовая мечта, она очень похожа на оригинальное. Круто! Там круто. Даже из розовой мечты есть наборчик с принцессой, пошли как домой. У меня есть. Ну что, пошли домой? Пошли, да. Опа! Все, Гриша успокоился. У Гриши плохое настроение, да, Гриша? Он подскользнулся и упал. Ребята, у меня сегодня в школе была очень сложная контрольная по математике. Там не математика, а геометрия. Просто ужас какой. Это ад какой-то. Мы откроем нас. Мы зашли домой. И мы откроем нас Лего. У меня был бискотчик. А у меня был скотчик. Все, что это было. А у меня был скотчик. Тут голова на штырёчке. А тут тянулся, мама. А я разговорил здесь есть. Разговорил здесь есть. А у меня вот такое прям. Давай. Инструкция так? Да. Еще подожди. Вот тут можно собрать вот такой самолетик. Вот такой катер. Несколько вариантов сборки. И вот такой вот вертолетик. Вот он получается. Да, три вида. Вот, я поняла, вот. Посмотри, есть? Ага. Посмотри, есть. Ножички это еще. Не сейчас ножички. Соберем. Это же не столовая. Как... Это парикмахерская. Для какая животных. Какая киса с красными глазами. Сейчас свое рассматриваю. Вот такой наборчик. Тут киса с красными глазами. Иди сюда, киска! Иди сюда! Почти как на кровати. Буду тут сидеть. Я тебя помою. Тихо, кисонька. Блин, походу... Такой вот Ваня наборчик получился. Да. Гриша решил сделать вот такой вот катер. Фокус теряется. В общем, Гриша начал с человечка. Сейчас будем делать
сам катер по схеме. Так я сам буду катер. Да делай, конечно, сам. Открывает он, когда подел, а он открывает, когда нет подела. Шлем, да? Да, шлем специальный. Вот такой вот человечек у нас получился. Да. Сейчас мы будем сейчас и вот такой вот катер. А вот эти лишние детальки у нас, это для вертолета и самолета, когда строите. Все, всем пока. Увидимся в другом видео. Всем пока!